В эти минуты, как в романе «Золотой теленок», при слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало, ведь там лучший спектакль по пьесе современного белорусского автора. «Точки на временной оси», также лучшая сценография Валентины Правдиной. Всего 19 журавлей улетят из Купаловского театра. Для Гоголя была очень важна немая сцена, последняя в «Ревизоре». Это когда все герои вместе. Вы подготовили речь? Вот в чем вопрос. Еще номинантов к соперникам. 5 жюри молчали, страсти накалялись. Ответы в конвертах. Ведущий церемонии из тех, кто еще надеется поймать журавля. Пока такая драма. Вы уже переможцев ведаете? У вас же есть текст ведущего? У меня есть текст ведущего, але нам давали без переможцев. Я не ведаю, пусть там комиссия сидит, пусть они ведают. Коли вы их добро попросите, вы можете все доведать. Это загадя, эксклюзивные новины на ОНТ. Первый журавль за вклад в искусство в руках Андрея Новикова. Кто это? Спросит простой зритель. Вот многие знают Марка Захарова, а ведь не он в ответе за все в московском Ленкоме. Директор Могилевской драмы ищет спонсоров под премьеры, на которые полон зал. Привозит фурорные спектакли на фестиваль «Март-контакт». Вы сегодня по ту сторону рампы отдыхаете или работаете? Немножко работаю, потому что интрига есть. И надо ее донести. Лучшей актрисе в музыкальном театре Ирине Еромкиной привычнее прыжок на сцену Большого. Он, кстати, начинался 85 лет назад именно с купаловских подмостков. Также в области балета сегодня впереди хореограф Сергей Микель с лучшим спектаклем «Вишневый сад». Посмотрим, превзойдет ли ученик своего учителя, маэстро Елизарьева. Вы готовили уже свою речь? Нужно? Еще нет. Готовил, для меня это... Я первый раз вообще на такой церемонии, очень приятно. Я помню, как-то я выступал на одной из церемоний награждения, ну а так в зрительском зале первый раз. Лучший Марсель в эталонной богеме, лучшие декорации к опере в Тоске, недалеко от нормы, мюзикл театра Геннадия Гладкова, первого частного, который нарушил дум-вират Большого и Музыкального, отметили Опиум Центра визуальных и исполнительских искусств. Сестры Грай молодечно играют в куклы. Лучше всех. Финал всей пьесы, думаю, в эфире сказать можно. «Ревизор» со столицей и что с секретным предписанием? Первая постановка на Тросянке. Лучший спектакль от лучшего режиссера Николая Пенигина с Городничим. В главной роли Виктор Манаев. Для тех же, кто сейчас в зале, занавес опустится еще не скоро. 48 финалистов.